Доброго ранку! Це програма «Пікнік». Виявляється, найкраще місце в світі для пікніків – це місто Київ. Принаймні, так вважають люди з Молдови. Сьогодні у нас неочікувані і дуже приємні гості – гурт «Здобши з дуб». Ми на Софіївській площі і готові їх зустрічати. Ребята, дамы, привет! Дамы и господа, последняя гастроль Бульбоки Монте-Карло. Не жалко. Я думала сюда. Слушайте, ну кто ж-то в Киев без денег ездит? Я так понимаю, вот так вот приехали, решили сразу начать отдых, заработка? А так легче всего. Мы совмещаем отдых с работой. Я кладу, правда. Спасибо. Очень здорово, спасибо. Но тем не менее, все-таки мы решили, мы гостеприимный город, и мы будем вами заниматься. Не нужны вам сегодня деньги. Тем более, что вы как раз стоите в таком самом-самом обыкновенном туристическом месте. А мы вас сегодня будем водить по необыкновенным местам, я вам это гарантирую. Но сначала, мне неудобно сказать, но я вас никого не знаю, кроме Ромы. Ну, потому что Рома обычно лицом везде. Здобши з дуб – балканська відчайдушна банда. Гастролери з Молдови. У 1997 році брали участь у Казантипі. Двічі були удостоєні честі представляти Молдову на Євробаченні. У 2005 році посіли шосте місце, а у 2011-му – 12-те. Ініціатори фестивалю «Учитесь плавать» у Кишиневі. В Україні стали відомими завдяки пісні «Цоя відділі ноч», яка у виконанні «Здобши з дуб» отримала друге життя і стала справжнім хітом. Так, я Валерій. Валерій? Валерій. Да. Валеріка бродячий трубач. Валерій, трубач – це мечта всіх дівчинок. Святослав Рижик. І Рижий – мечта всіх дівчинок. Татара. Михай Гинку. Сегодня я играю на кахуне. Практически уже киевлянин. Ну, я, Ромалы. Группа «Здобши з дуб» сегодня в таком составе. Рома, сейчас тебе еще придется представить людей, которых ты наверняка знаешь, и мы все их знаем. Вот, мы вам такой вот сюрприз подготовили, чтобы не скучно было гулять по Киеву. Привет, это Вадим, я знаю, группа Mad Hatz. Отличные ребята, очень позитивная музыка. Mad Hatz – яскраві представники українського рокобіллі. Фронтмен гурту – Вадим Красноокий. З гуртом «Здобши з дуб» хлопці познайомились на закордонному фестивалі, де швиденько побратались. Ребят, слушайте, ну я это самое, я пообещала парням, что мы их ведем по самым интересным киевским местам. Вы готовы мне помогать? По самым интересным. По самым интересным. Програма «Пікнік» вирішила трохи розвести гостей та розказати кілька популярних, але не надто правдивих байок про головні туристичні точки столиці. Перша зупинка нашої екскурсії – вулиця Рейтарська. Група туристів. Значить, смотрите. А що це за пам'ятник? Это памятник, по-моему, на самом деле, таможенникам. Но тут парадокс того памятника в том, что, видишь, человек без стремян, без ничего, при этом стоит на лошади, гораздо выше лошади. Это загадка. И тут спорят люди, это он своими какими-то органами стоит или силой икроножных мышц. Вот не органы, Рома, видели мультик? Мультик про ежик в тумане, да? Видели? Ежик в тумане. Значит, смотрите, скульпторы сделали этот памятник, но и сделали его непростым. Он такой, на самом деле, специально технически оснащен. Помните, как в мультике ежик кричал, вернее, медвежонок искал ежик и кричал «Ежик, ежик». Так вот, этот памятник улавливает эти звуки, и если правильно кричать, то ежик отвечает медвежонок. Ежик! Ежик, ежик, ежик! Район спит, да? Ежик! Пішки сильно не нагуляєшся, тому наша тусовка пересіла у двоповерховий автобус. Ребята, для того, чтобы вы увидели Киев не просто в какой-то там одной плоскости, а прям с высоты и всю красоту, мы приготовили специальный двухэтажный автобус. Прекрасно. «Здобши з дуб» швидко перетворили автобус на концертний майданчик. Hey! Вулиця Саша Яроша! Колонна Соломія! Ганя Луна, Пемінь, Яровець!
і зупинка. Пам'ятник засновникам міста. Ребята, очередное оригинальное место, необычное, нестандартное, в которое мы вас привезли, это памятник трем братьям и их сестре. Главное возле этого памятника создать композицию, которая была бы еще лучше, чем та, которую составляют эти люди. Щоб вдача і надалі була з нами, Роман вирішив почепити стрічку, яку він привіз із Молдови. Ребята, я вам ще предлагаю одну штуку, смотрите. Есть у нас одна примета, просто это надо сделать очень быстро по времени. Женщину видите вот там вот сверху? Да. Так вот каждый час эта женщина бьет мечом в этот щит. Но осталось у нас буквально там пару минут. Я вам предлагаю делать то, что делают на самом деле самые такие нормальные туристы, которые во всем этом разбираются. Вы можете вот так сейчас выстроиться на фоне этой женщины. Рома, я, например, тебе дам камеру. Да, давай. Вот. И ты же можешь заснять этот исторический момент. Да. Браво! У нас как-то все достопримечательности смешно. Поломались. Нет, просто, ничего не работает. Просто этот механизм на реконструкции, потому что это, ну, старая фишка, а в духе времени она теперь будет раздеваться. Ага. Молдаван розвели, поїхали нарешті на пікнік. Отлично! Гурт «Здобши здуб» обожнює етнотематику. Тому ми вирішили зробити наш пікнік саме тут, у Пірогово. Адже тут автентичного колориту хоч лопатою їж. Так, я смотрю, ви понабирали столько-столько продуктів всяких. У нас була така спонтанна ідея. Мы решили приготовить индейское блюдо, называется, у нас называется мамалыга. У вас, у индейцев? Да, у нас. Индейское блюдо. У молдавских индейцев, да. Ложками что мы будем есть? Кашу? Нет, уху. Уху, еще будет уха. Потом еще Славик, он у нас... Я буду резать сыр и наливать вино. Он работал коком в Америке на судне. Михай, как потомственный винодел, он не будет делать вино, но будет делать компот из фруктов, которые сейчас сезонные у нас. Хорошо, я поняла, что делает Слава, я поняла, что делает Михась. Рома, ты будешь заниматься основным блюдом, правильно? Мы будем, у нас все равно дух командный, поэтому мы будем делать все. Мы распределим обязанности. Да, мы будем все делать вместе. Самое главное, что продукты подходят для нашей идеи. Ну и плюс у нас будет музыкальное оформление, я так понимаю, да, параллельно? На каждом нормальном, настоящем пикнике. Роман обожнює море і наш Крим. Навіть присвячує йому вірші. Ця любов дуже зрозуміла, і ми вирішили за допомогою нашого дизайнера створити для нього тематичний подарунок, аби море було завжди з ним. Надія Смірнова – дизайнер із 15-річним стажем, учасниця телепроекту «Квадратний метр», завсідниця міжнародних арт-виставок в Італії, власниця інтер'єрної студії. Привіт, Надія. Привіт. Слушай, ты решилась не делать подарок, а просто его купила? Да, можно сказать, это заготовка. Ага, да. Ну ты помнишь, у нас морская тематика, потому что герой у нас любит море. Да, ну уберем этот салатовый цвет, сделаем в морском духе, морские узлы завяжем и так далее. То есть вот эти канаты не зря тут лежат, конечно, да? Конечно, конечно. Хорошо, тогда на самом деле это просто, но единственное, тебе нужно время, время, я так понимаю, да? Время, да, да, ну как обычно. Все, время у тебя пока есть, хорошо. Твои заготовки есть, тогда оставляю тебя мастерить. Спасибо. Да, спасибо. Для нашей морской лампы понадобится такой вот облегченный морской канат. Клей, ножницы. Так. Придется демонтировать абажур и, собственно, приступать к обклеиванию. Клей наносим на лампочку. У нас он хорошо, что подходящего цвета под бечевку. Паркетним клеєм дизайнерка змащує корпус лампи. А до декорування подарунку ми повернемося, щойно перевіримо, як справи у наших героїв. Святослав готує сирну тарілку. Валерій займається дровами. Непомітно вкрадемо Рому. Поспілкуємось.
Рома, вопрос, который меня мучает очень давно. Группа «Сдобший сдуб», у нее был период на такой популярности бешеной. Вас звали в Россию на концерт, вы все время туда мотались. Чего не остались там, как многие на самом деле остаются? Ведь там такой большой музыкальный рынок. Не, я как-то вообще об этом не думали. Анализа такого не было, что происходит. Был период, опять же, когда ваша песня «Видели ночь». Это был какой-то, ну, настолько хит, что даже, можно было сказать, что надоел уже, но везде была эта песня. У нас был потрясающий клуб в Киеве ночной, в котором эта песня была по субботам, в самую главную ночь недели, там какой-то, помню, там 2 часа ночи, в самый пик дискотеки, ну, вот этого всего, она вот разряжалась, и люди там просто, вакханалия просто происходила. Вам не надоела вообще вот слава этой песни? Ну, песня не наша, песня Виктора Цоя, в принципе. Ну, мы лишь... В вашем исполнении все равно. Да, как было предложено, вот проект кинопробы. Мы песню даже не выбирали. И буквально за день, за 2 дня до этого Гарик Сукачев нас познакомил с цыганами. Фамилия Эрденко, их корни с Украины. Мы даже ее и не прорепетировали. Мы просто зашли в студию в Москве, записали и разъехались. И вообще забыли про это. Как может тяготить, если людям нравится песня? Да, но вот, когда да, вы написали новое, а говорят, вот та ваша песня. Воспринимают как бы, нет, не тяготит, меня не тяготит. Просто те, кто нас любит, они слушают то, что мы делаем. Ну ты понимаешь, чтобы быть популярными там в околосоветских республиках, надо, чтобы люди могли подпеть песню на вашем языке, это крайне сложно делать. Сложно, но поэтому мы решили брать... тем, чтобы они не подпевали, а танцевали. Подтанцовывали, да. Для того, чтобы танцевать. Под вас хорошо. Да. Ты сам упомянул Гарика Сукачева, еще знаю, не только с ним, из российских таких глыбин вы как-то сотрудничали, а вот из украинских исполнителей. Есть кто-то для тебя, там, для вашей группы, ну, какие-то такие профи, которые вот, да, вы бы сказали, о, вот с ними бы поработать? Бобли Видоплясова, у нас нормализовались отношения, и мы всегда встречаемся и обмениваемся тоже информацией. Прости, я сразу перебью, ты сказал «Вопли Видоплясова», у нас нормализовались отношения, это что значит? Ну, сначала у нас было маленькое недоразумение, мы спели песню «Танцы», но наш менеджмент просто не поставил в известность авторов. И немного были, но это было очень давно, в 90-х. Но Махач был или просто поговорили? Нет, просто... Ну, представляешь, просто... рассказал бы нам сейчас такое. С группой «Океан Эльзы» очень давно мы знакомы. Еще когда они появились, я помню, мы в питерском клубе увидели первый их видеоклип, где Слайк из холодильника, значит, там, да? Появляется. Да, 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 «Тики да, там» да, до нас нема. Да, с ними. И мы в Кишиневе очень часто встречаемся. Скажи мне, пожалуйста, ваши выступления на Евровидении, их было 2. Мне до сих пор не понятно, зачем, в принципе, такой группе такого уровня, ну и для меня там вот нормальной группе, классной, участвовать в таком конкурсе? Первый раз нас попросили представить страну, потому что, ну, мы имели достаточно опыта. Потом мы, когда перед выпуском пластинки, звонок был нашего директора Игоря, вот он понял, что нам необходимо новый альбом как-то заявить, чтобы за границей нас узнали, увидели снова, и потом представить новую пластинку там, в Германии, в Берлине. Вот. Это было целью. Песни у нас даже не было. Мы взяли просто с новой пластинки этот трек. За одну ночь придумали вот эти шапки космические наши. Я не про то, просто для меня, ну, Евровидение это совершенно такой, как по мне, попсовый очень конкурс. Ну, видишь, ты начинаешь размышлять, попсовый конкурс. А у нас нет времени размышлять. Предложили, давайте. Да, предложили, давайте. Поедем туда, давайте. В Карпаты, в Карпатах. А потом, хорошо, потом уже. Мы не сидим, анализируем. Так, нам нужно сделать стратегическую песню, которая... Такого у нас... Нет, может, это хорошо, не ты меня сейчас радуешь. Нет, я как раз думала, что все, кто участвует в Евровидении, они это очень просчитывают, почему? Продумывают. Ну, анализировать свою музыку, это тоже очень хорошо, понимаешь? Свою музыку, да, но участие свое вот в этих... И штуках. В этом, но мы еще не начали вот так. Анализировать. Слушай, с тобой очень приятно болтать, болтала бы все время, но все-таки нам надо прерваться, мы еще поговорим. Да, надо ребятам помогать. Давай, пойдем. Солист
гурту «Здоб-шиздуб» Роман Ягупов обіцяв нас сьогодні нагодувати національною молдовською стравою, навіть розкрити усі хитрощі її приготування. Сподіваємось, не обдурить. Рома, итак, я так понимаю, что как коронное блюдо сегодня, фирменный рецепт, это будет мамалыга, правильно? Да. Из чего она состоит? Мамалыгу делают традиционно из кукурузной муки. Так, вот она. Да, что потом дальше? Потом нужно сделать, называется муждей. Это чеснок с, ну, теплая водичка, уксус и масло. И это все надо раздавить, да, чеснок? Надо подавить чесночок и сделать такой своеобразный натуральный соус. Муждей, например, то, что я буду делать, это то все-таки, во что макают мамалыгу. Почему? И сметана, и муждей, и брынза. Про саму мамалыгу расскажи. Значит, помимо кукурузной муки, что еще пойдет именно в саму кашу? Ну, вообще в кашу ничего не добавляют. А, то есть мы просто спокойно варим себе кукурузную муку? Самая большая сложная задача – это как ее варить, чтобы не образовывалось комочков. Когда кипит вода, вы воду подсолили, надо сыпать по чуть-чуть вот муку и мешать постоянно. Какая кухня тебе нравится? Мне нравится вообще, украинская нравится, итальянская нравится, французская нравится кухня. Да. Нравятся хорошие какие-нибудь бургеры английские, правильные, средиземноморская кухня. Да. А вот тебе какая кухня больше нравится? То же самое. О, ну отлично, значит, мы совпадаем. Тоже хорошо, самое. А вот в детстве, интересно, может, у вас отличается как-то еда? У нас в детстве там обычно манная каша какая-нибудь, ну, стандартная такая еда, картошечка жареная. У нас есть, естественно, блюда из украинской кухни. Такие? Вареники, голубцы. Голубцы, вы говорите? Да, да, мы говорим голубцы. Голубцы. Интересно. И... потом турецкой кухни. Ну, тот же борщ, как украинский мы делаем. Есть у тебя блюда, которые ты любишь больше всего? Да, мне нравится больше всего это перцы. Фаршированные? Натуральные перцы, которые выросли вот по сезону, да. Его пекут сначала, перец. Угу. Потом очищают шкурочку, угу. Складывают вот так по кругу в тарелке и заливают угу. все это специальной томатной такой поджарочкой. Угу. Вот это... Это фантастическое. Слушай, интересно. Это фантастическое. А оно как-то называется все-таки это блюдо? Не помню. Перцы. 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 Сам ты что готовишь? Есть какое-то вот блюдо, которое ты дома можешь приготовить, когда приезжаешь из гастроли? Да, очень быстро. А ну что? Я делаю пасту. Пасту? Пасту итальянскую с креветками и с легким вином. Ну, а сам ты хозяйничаешь, это именно пасту, то есть пошел Рома, значит, сходил в магазин, купил пасту, купил креветки, купил вино, все сам приготовил, посуду после этого помыл, или все-таки ты звонишь жене, говоришь, дорогая, значит, муж сегодня будет делать пасту, пожалуйста, чтобы все было готово, приду, сварю макароны. С удовольствием, как это происходит? Но это очень редко бывает, к сожалению, но, ну, потому что, чтобы готовить, нужна сила, настроение. Любимое блюдо жены – это любое блюдо средиземноморской кухни. Она хорошо делает средиземноморскую кухню, да? Да. Это ее конек. А борщ украинский, раз она все-таки украинка? Делает. Она делает тебе, да? Да. Сравнивал вот на гастролях, будучи в Украине, ее борщ с тем, что действительно готовят на Украине? Это действительно борщ, потому что знаешь, есть же вариации? Не, ну на Украине, как и у нас в Молдове, очень много и фальшивых борщей. Я так понимаю, что когда я к тебе вернусь в следующий раз, уже будет каша в казанке закипать, да? Без комочков. Ага. И вот эти все, куда макать, будет готово, правда? Да, наверное. Хорошо, тогда постараемся. Я тебе желаю успеха. Не тільки Роман працює на пікніку. Подивимось, як там справи у дизайнера. Наша дизайнерка вже почала перетворювати звичайний світильник на несподіваний аксесуар для дому в морському стилі. Для цього... Акуратно робити таку роботу не обов'язково, тому що моряки народ суровий. Коли в'язали канатні всякі от ці узли, акуратності теж не придержувалися. Корпус лампи ми закінчили, тепер переходимо к абажуру. Здесь бечевки понадобится чуть побольше. Процедура та же. Садим на клей. Заради уникнення запаморочень залишимо цю роботу Наді. До того ж, наші пікнікери не дозволять про них забути ні на хвилинку. 1, 2, 3, 4.
етнонастрій, цікаві розмови, смачні страви. Гурт «Здобший здуб» вміє відпочивати зі смаком. Головне – знати, чого хочеш. І у нас для вас є ідея оригінального дозвілля. Просто зараз. Що трапиться, якщо одночасно в одному місці зберуться наречені? Ні, бійок і з'ясувань, чия молода вродливіша, як це заведено на весіллях, не буде. Буде пікнік наречених. Вікового цензу для учасниць такого пікніку немає. Заборон також. Можна навіть брати з собою женихів. Чувствуємо абсолютно молодими, абсолютно. Ми в отношеннях 5 лет, і вони тільки в стадії розвитку. І, як називається, отношення углубляються, да. Я дуже щаслива, рада і довольна. Предложення возникло, у мене взагалі третій брак, отношення, у Ірки второй. Вибираються відпочивати наречені публічно, гуляючи центральними вулицями міст. Звісно, щоб їхні ошатні сукні та макіяж, які видко за кількасот метрів, не залишилися без уваги. Тут таки і влаштовують фотосесії, аби футуристичний візаж та екстравагантне вбрання побачили усі друзі френд-стрічки у соціальній мережі. Деякі наречені, за прикладом павлоградської випускниці, вдягаються навдивовижу відверто, хіба що їхня спідня білизна – частина задуму весільного вбрання. Були навіть снотливі красуні у шкіряному обладунку, найімовірніше із крамниці для дорослих. На їхньому тлі наречені байкерші мали значно скромніший вигляд. А що їдять наречені на пікніку? Як виявилося, нічого. Турбуються про фігуру. Ще пак, така важлива дата. Спершу худнуть на 2 розміри, а потім вирішують питання з приміркою ексклюзивних суконь, пошитих інколи власноруч. Вчора ввечері, вночі, в час ночі дошивала буквально, все останнє доробляла. Як це часто бува на звичайних пікніках, на цьому також співають пісень під гітару. Ну і звісно, незмінний атрибут такого пікніка – весільний кортеж. Коли ще вдасться зупинити дорожній рух контрастним автопоєднанням радянських Волг і лімузинів, ще й потанцювати на даху якогось хамера. Логічне завершення пікніка наречених – обмін весільними обручками. Проте це вже кому як пощастить. Женихів на таких прогулянках – одиниці. Оберігають власну свободу. Окрім мамалиги, Роман вирішив приготувати ще й уху. Рома, слушай, ты все размешал, сверху присыпал каши и не мешаешь? Это присыпка, пускай она поварится, а я за рыбой схожу. Что еще, будет рыба? Уже давно, да, давно должна была. Так у тебя тут все уже сварилось. Слушай, тебе приятно на кухне оставлять одного. Уха – это очень простой рыбный суп. В принципе, если картошка сварилась, бросается в кипящую воду рыба и овощи, и все, перец, там лавровый лист. 25 капель водки и все. Вы всей группой вот так вот за здоровое питание такое? Или нет, Рома очень внимателен к этому, но не все. Нет, я тебе скажу, что мы исключительно... Но он всем дает совет. Правильная группа, и ты знаешь, да. Но вот. Ты занудствуешь в этом? Ты говоришь, да, ребятам, если конечно, они что-нибудь едят, да, сидишь и нудишь? Да. Ужас какой. Слушай, а какие у тебя табу? Вот что ты категорически не ешь? Все нужно есть... так сказать, даже яды, но в меру. Ну, понимаешь, иногда тоже приходится заходить в фастфуд там, или там стакан какой-то газировки. Не будемо заважати и підемо згадаємо с гуртом якісь байки з гастролей. Как-то раз мы летели откуда-то с Сибири. Получилось, да, что мы не спали очень много часов, но мы забыли Рому в аэропорту. А когда поняли это? Уже когда на сцену вышли? Когда мы уже приземлились. Не-не-не. Только в Москве при получении багажа Денис, турменеджер, спрашивает, а где Рома? Почему так? Красный чемодан есть и не есть? Никто Ромы не нет. А там задержали рейс на 20 минут, и Рома, ну я пойду подожду. И присел где-то присел, кто его не... Никто его не видел.
И там никому не сказал. И там же и уснул. Отказать нельзя было, потому что там был праздник города, День металлурга. Вы выступали без Ромы? Мы выступали без Ромы. Значит, я слышал, как ты поешь. В то время, как мы летели из Москвы в Днепродзержинск, менеджеры готовили нам тексты, мы распечатали тексты песен. И каждый из слов. Даже помню, что мы не знаем слов. Мало того, значит, играли перед нами, в разогреве играла группа B2. И они говорят: ребята, мы же придем послушать вас. Давайте. Вы хорошо. Вот. Ну и наш выход, в общем, на сцену. Тут поднимается сильнейший ветер. Эти листы начинают летать по всей сцене. Все, мы их клеили. Все перепутывается. Текста крупные. Валера хватает мой микрофон. Вся сцена была обклеена. Слава богу, что у нас большинство песен на румынском. И то, что, вот, и то, что многие пели слова. Вот. Те, которые они придумывали сами для себя. После концерта мы едем, значит, нас везут из Днепродзержинска в Днепропетровск. Ну, там где-то час. И мы едем. Тишина. Никто ничего не сказал. Все молчат. Все в шоке никто и в стрессе. Никто не говорит вообще. Я только в гостинице стал это самое разговаривать. Потому что у всех был такой Но, тем стресс. Не менее, получился хороший концерт. Вы сказали, людям слушайте, понравилось. Ребята, вы как никогда выступали просто. Никто вот. Ничего не заметил. Да, кстати, чего мы и боялись. Никто ничего не заметил. Экраны значит, было хорошо. Там. Я надеюсь, гонорар Романа вы поделили между собой? Нет, он не Кстати, отдает. Кстати, это до сих пор не решено. А у вас в такой ситуации Рома обижается или он наказан был за то, Роман, что... Роман, отдай гонорар! На следующий день... Отдай гонорар, выспался там в аэропорту. На следующий день мы встретились в Москве, потому что рейс был стыковочный, и опять через Москву. И он прилетел из Егорска в Москву, и мы прилетели. Ну, по идее, вы должны были с ним не разговаривать за этот стресс. Нет, да нет, наоборот. Бывает на самом деле. Как-то раз я проспал. Я проспал, просто просыпаюсь. Смотрю, а у меня что-то с телефоном было. Я просыпаюсь, даже не паникую, уже просто встал. Звоню ребятам, они уже в полете, в самолете давно. Ну, что делать? И лег обратно. Как-то раз я говорил с Ромой, я люблю, чтобы было все подготовлено заранее, куда едем, подготовить программы и все прочее. Рома говорит, не готовы. Я говорю, так зачем? Почему мы такие неподготовленные едем? Ну, порепетируем в автобусе. Я говорю, нет, надо было вчера. Рома сказал очень хорошую фразу, то что, Валера, если бы мы не были такими, то есть идти напролом, не готовы, ничего, что-нибудь симпровизируем, как-нибудь возьмем публику, как что-то сделаем, то на самом деле сдоб-шиздуб это не было бы сдоб-шиздуб. То есть так и создалась история, в принципе, группы. Слава богу, что сегодня у нас единственная причина идти на пролом, это только на пролом к столу и к еде. Да. Так что давайте будем к этому готовиться. Спасибо. Поки уха вариться, Роман може трошки перепочити. Ми не могли не скористатися таким моментом. Рома, знаю, что твоя жена по національності українка. Хотя я родилась в Кишиневе. А родственники есть в Украине какие-то? Есть. Черниговская область. Ты знаешь, мы любим очень, когда есть родственники. О, наш, все, молодец. Ездите к родственникам в гости? Нет, я ни разу там не был. Каролина, она сейчас тоже уже не ездит к родственникам, но рассказывает какие-то потрясающие вещи про печь, вот как она спала на печи, вот там ухваты, вот эти все казанки и лес. И я никогда не был в такой деревне. У меня детство было плодово-ягодное. Фруктовое. Огородное. Фруктовое. Реки я лазил там, ворвал черешню, клубнику, арбузы. Тоже я вырос, в принципе, на земле. Но вот такого этно я не видел. Я очень люблю выезжать. У нас есть две реки. Да, Молдова в Междуречье находится, Днестра и Прута. Хватает времени между гастрольными графиками? Я убегаю. У тебя двое детей. Хватает времени на их воспитание, опять же, с поездками, со всем этим? Нет, не хватает. Что они знают про папу? Не хватает. Что от папы они получают? Когда я беру гитару, они говорят, они сразу...
они выбрасывают. И ревнуют тебя к гитаре, да, класс. Да. А жена ревнует к гитаре? Да, сразу всех забирают гитару. Только если я к своим родителям пожилым приезжаю, вот я беру гармошку, да, или гитару, вот тогда они очень благодарны. А что ты можешь отдать из рок-н-ролльной жизни семье, кроме, конечно, заработка хорошего, успешного рок-музыканта? Есть очень много возможностей, которые открыла вот музыка, да. Часто бывает хороший фестиваль за границей, беру ее с собой, чтобы она тоже получила это, то, что нам дает музыка. Она у тебя дизайнер одежды, насколько я знаю. Она вообще дизайнер, но она образование, она лингвист, она преподавала английский язык в школе, она... По своей сути она вообще художник. Она художник, и она помогает, и даже делала коллекции. И вот мы сейчас были в туре, она ребятам делала фольклорные такие ремни. Все ручная работа. Тоже вот очень здорово иметь возлюбленную, которая бы тебя понимала и была с тобой на одной волне, и тебе еще и помогала, понимаешь? Но все-таки ты семейный человек. Да. Есть какие-то вот уже цели? Ага, в следующем году мы строим трехэтажный дом на берегу моря. Или в следующем году мы меняем нашу маленькую машину на большую, потому что у нас еще ребенок появится, например. Ну, ты знаешь, если учесть, что вот как бы я живу, можно сказать, в одной комнате. Одна комната, да? 100 квадратных метров? Нет. То, конечно же, мечты есть. Почему ты до сих пор живешь в одной комнате? Ну, ты правда, ты успешная группа, вы известные люди, у вас много концертов, значит, хорошие заработки. Куда тратишь все деньги? По-разному. Вообще, деньги уходят на жизнь. Есть родители, есть само проживание, потом путешествия, да? Ага, вот я тоже на это трачу. Путешествия, да. И есть, конечно, желание иметь дом. Но вот когда начинаешь задумываться, что за домом нужно ухаживать... Да, убрать в доме, я вообще не представляю. Не в доме, а дом – это организм. Его надо чинить, крышу смотреть, траву подстригать. Все очень сложно. Чиновники. Вот хочется построить мансарду, там надо разрешение от соседей. Соседи очень коварные и негативные. Вот я им подписал все документы для того, чтобы они там что-то достроили, построили. Когда я к ним подошел, они сказали: «Нет, мы тебе не подпишем». А ты не пользуешься своей известностью, нет, популярностью? Нет, нет. Ты вообще-то в очках подходишь, в шапке? Нет, я не пользуюсь и вообще известность и популярность. Но ты думаешь, мне все равно с меня сдерут чиновники еще больше деньги на взятки, нежели я бы был бы неизвестный человек. Есть какие-то вот поступки, о которых ты ужасно сожалеешь, которые вот тебе стыдно? А у тебя? У меня есть, но сейчас интервью у тебя, мне повезло. Ну, конечно, есть. Выходит пластинка, а ты что-то не отстоял, понимаешь, либо не запретил что-то, дал какую-то слабинку или не доработал. А насколько ты лидер вообще в группе? Насколько ты можешь отстоять, топнуть ногой и сказать, будет вот так, как у нас творчество. Я не лидер, я фронтмен. Все равно в основном знают тебя. Знают твое имя, знают твое лицо, интервью берут у тебя. И что? А, например, ребята не обижаются, не бывает по этому поводу у вас каких-то ссор, каких-то... Нет, ссор не бывает, потому что... Знаете, вообще никому не охота ходить на интервью. А, то есть у тебя еще самая сложная ситуация. Ну, когда все спят, там три перелета, концерт ночью, надо пойти в 6 часов на интервью. Кто пойдет? А я не могу не пойти. Уже все, да. Хорошо. И более того, ты не можешь не пойти туда, где сейчас находятся все музыканты. Да. Я думаю, что надо это сделать. Пойдем. Дизайнерський світильник для лідера здубівців майже готовий. Надія вносить останні деталі до елемента декору і... С абажуром закончили, тепер возвращаємо його на місце. Наденька. О, я вовремя. Так смотрю, що да. Подарок приобрел ту же форму, но совсем другой вид. Да. Так, значить, вот эти вот морские канаты да. і будуть напоминати о морі, о юге, о Криме. Угу. Ну, неплохо. Жалко, у нас тут пирогово розеток не так много, чтобы сразу проверить, засветить, как будет да. работать. Но я думаю, Рома поймет, да. как это должно светить. Слушай, ну здорово. Отлично. Тогда осталось только подарить. Вручить, да. Спасибо тебе огромное. Да, это спасибо. Очень...
сейчас у нас самый ответственный момент, когда мама Лыга сварилась. На костре я ее никогда не делал. Мы должны ее перевернуть и точно плюхнуть. То есть мы еще и пасочку будем делать? Да, скажу. Это пасочка. Не поломал ничего? Да не знаю, но даже не важно, так красиво сделал. Постучи. Я думала, она вообще улетит куда-нибудь. Точно, пасочка. Молодец. Да? Класс! Вот он. Красотка! Берет нитку, берется нитка шелковая, продевается вот как шнурок под мамалышку, и она нарезается ломтиками, потому что по-другому все приклеивается. Все, и теперь мы что, берем кусочек хлебушком? Масла можно вот сюда, кусочек маслица, да, сливочного. Ну, у нас просто такое по-дикому, так сказать, и все не идеально, но зато на природе. И выглядит так, что... И ее надо есть, пока она не остывает. А мы сейчас этим и будем практически заниматься. Все, вперед! Казаки! Прошу к столу! О! У нас все готово! Ну, наконец-то, кушать ребята. Подано! В самом деле, почему надо сказать, что Валера всю техническую часть, основную мужскую, взял на себя. Аплодисменты Валере! И Валерам! Хорошо, и всем! Аплодисменты Роману! Ребята, все очень просто. Смотрите, вот Михай вам расскажет. Вот потомственный у нас винодел. Мамалыжник. Молдаван. Мамалыжник. Браво. Происходит следующим образом. Мы берем кусочек мамалыги. Глубже там погорячее. Ложкой можно ложкой. Вот так. Значит, макаем в соус. А это из чего соус? Чесночный соус. Муждей. Для того, чтобы потом вот сюда... прилипла брынза. Раз. Внимание. Вот. Получилось. Дальше. Макаем потом еще сметанку. И в шкварке. И кушаем. И произносится тост. Ламул цань, санатати, или норок. Самый просто запоминающийся тост — это норок. То есть будем здоровы. Норок. Держи. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, как вкусно. Ну так угощайте. Тебе понравилась что-то рыба? Очень вкусно, Рома. Это прекрасно. Спасибо тебе огромное. Прекрасно. И вот именно и за рыбу, и за это настроение, за все у нас для вас есть подарок. Причем это подарок тематически, это делал дизайнер подарок, между прочим. Мы сначала отталкивались от Романова любви к морю, Рома. А потом поняли, что это будет подарок. Сейчас я вам принесу. Дизайнер сделал такую штуку. Вау. Вот эти канаты должны тебе, Рома, напоминать о море. Хорошо. А всей группе этот подарок годится в гастролях, потому что вот я лично знаю, что такое гостиницы не самые лучшие. Бывает и такое. Где, например, включаешь ночничок. Это не бьющийся фонарик? А лампочки нет. Тут есть лампочка. Но не бьющийся, да? Не бьющийся. Редкая не бьющаяся лампочка. Вечная лампа, я бы сказала так. Это тут есть и розетка, и кувшин вилка. В общем, вот это вам, возите ее с собой, желательно запаковывайте и не контуйте сильно. Но вот тем не менее, Рома получает. А какой фирмы лампа Аладдина? Это дизайнерская эксклюзивная вещь. Не фи... Спасибо. Чудесно. Пожалуйста, спасибо, на здоровье. Кушай рыбку. Так что, а играть? Мы будем играть? Да. Уже все наелись, правда? Играем что? Играем. Перед тем, как вы начнете петь, у нас еще один сюрприз для вас. Уже не подарок, а сюрприз. Это человек, который тоже очень хочет с вами поиграть. Он мечтает вступить в состав либо группы «Сдоб Шиздуб», либо «Мэд Хэтс». В общем, куда возьмете? Хорошо? У нас сегодня специальный проект, в который мы его и возьмем, наверное. Посмотрим, с чем он пришел. Не с пустыми же руками. Опа. Не с пустыми руками, а с цимбалами. Это цимбалы? Прекрасный инструмент. Теперь можно уже петь. Из дома, когда во всех окнах погасли огни, один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра.
Ну що, сьогодні завдяки гурту «Здоб-шиздоб» у нас вийшов надзвичайно музичний і позитивний пікнік. Мені ж цікаво, що буде наступного тижня. Дочекайтеся суботи.